душой. Какое событие? Светлое, горестное или просто важное? Или может случиться, чтобы собрались все, независимо ни от каких проблем, трудностей, искушений и так далее? Наверное, нет в театрах вообще в мире такого прецедента, когда большая труппа собиралась полностью в целом. Эхо мой, ядовитая букашка, эхо мой, это малая канашка, эхо мой, это маленький зверек, куда не сядет всюду, тянет всюду, да. Я подумал о том, что наш театр все-таки выдержит кое-что. Благодаря расположению сети, по-моему. Это не поймешь, что это такое. Вот. Не представляете, сколько мы бродили по Москве в поисках угла для театра. Куда нас только не кидало. Стерпится, слюбится. И мне кажется, что мы концепцию театра никто из нас сформулировать не может. Нам уж нет дела, что мы все называем себя легким дыханием. Вот. Я хотел, значит, обратиться к артистам. Вас стало так много, что любовь уже не может стать силой главной, только терпение. И работа. Я шучу, конечно. Эхо море, ядовитая букашка, эхо море, это малая канашка, эхо море, это маленький зверек, куда не сядет всюду, тянет всюду, вот. В театре все было, не было в театре только вас, в истории театра. Потом у вас не будет, будет следующий. Не ставь точку.